Сейчас мы перекусим в дорожку и поедем. Один интересный факт от водителя об этом Лексусе. То, что изначально в салоне он стоил 170 тысяч долларов. А мы его купили, не скажу за сколько. Мы почти подъехали к моей даче. Почти. Уважаемый Петро Порошенко, напишите, пожалуйста, Саше Шапику на e-mail. Он вам даст точные координаты этой дороги. Блять, почините ее нахер. Посмотрите, с какой скоростью мы едем. Последний час. Ко мне добраться нелегко. Таня полдороги спала. Разложила диван сзади. Он полностью раскладывается. Ложиться можно. Я типа подарю камеру. Это его отвлечет. Так, ты сиди здесь, и мы потом приведем. Приехали мы, спрятали машину. Никого не видно. Вы что не выходите встречать? Так уже выглядали, стумилися выглядывать. Да? Ну да. Привет. Как вы добрались? Нормально. А я не понял, что за новая примочка. Да. Идемте на улицу, там свет лучше, тут херово. Вольно выдумку хитро называется. Слушай. Да что, ты не можешь. Ты не можешь просто. Это котик дома у меня живет. Какой котик? Понятно. По имени Таня или что? Да? Саша вечно обняет. Меня то все укусило, но слушай, ты веришь, что ты сделал? А ты не можешь просто а приехать без подарков? Ну, молодцы. Чего, что тут такое? Это же необходимая вещь. Не, я рад подарками. Но я рад. Это чтобы воры не заходили. Это IP-камера. Ну, на айфоне будешь смотреть. Надо куда-то будет ее спрятать. Ну, я не знаю, как ее настраивать. Там регистрироваться надо на сайте, тогда она будет работать. Ладно, идемте, я кое с кем вас познакомлю. Не понял. Кое с кем ты? Да. Вы уже кого знов привели? С котиком. С котиками? Ты что ты стал? Ждут тебя. Меня ждут? Да. Я разбираюсь в них. Ты выходи, уже можно не сидеть. Давай, фирменные. Давай. Что это за рояль в кустах называется? Ты неправильно что-то делаешь. Поведем. Давай, фирменное обсмажение. Энштюльдиген, лише віденське обсмажение дає насичений смак та тонкий аромат. Вот. Ничего не зрозумів. Ну все, это я вас пересадил на Lexus. Ну как ты мог приподнять? Или по-другому, Саш? Садись. Вообще, серьезно? Не красноречиво. Ну да. Так мы в Киев ключи едем прямо там. В свою. Ну да, так что собирайтесь и едем в Киеве. Что, прям а папа на встречу выпускников поедет на Лексусе. Ага. Я что, тебе еще как костюмчик как? И подготовлю. Это ты называется. Офигенная реакция. Ты посмотри, какой он длинный, он 5 метров. Он 5 метров в длину. А что с папой? Надо дать паспорт и ключи, тогда поедем. Это Lexus Long президентского класса. Покажи маме массаж вот сразу. А что такое? Ты еще внутри не сидел. Сейчас мы включим Lexus. Ты. На. И сколько Саша? Ой, я даже не знаю, я уснула. Ты хочешь знаю, меня довести до края? Что на? Иди на водительское сиденье или куда? Мама, давай, садись. А зачем Lexus, Саша? Так. Да пиздец, бля. Отца еще. Саша. Алло, алло. Что? Вот это. Это массаж сидений, это массажер, телевизоры, да, DVD, холодильники тут есть. Я не снимала, тут только на двух, а не на трех. Ну а так а зачем тебе? А кого вам возить? Я к цепу. Ребенка, да? А, надо ну, завести. Так. Вас двое, что еще надо? А, вот, нажимай на кнопочку, он заводится без ключей. Просто нажать надо. Где ручник здесь? Какой ручник? Тут автомат. Он тут автопилот есть даже. И если я заведу, мне... Ну, понятно, тут одна педаль тормоза и одна газа. И все. Сцепления нету. Тут есть круиз-контроль, включил, и он сам контролирует, какие машины спереди едут. Она сейчас не покатится? Давай. Без привычки, ему же надо рукой... Все, руль под тебя руды подстраивается. Ты можешь руль шевелить вверх-вниз. Что ты? Да не надо, он сам ездит. Видишь, под себя. И сиденье крутится, управление, вот сиденье покрутить.
и сзади. Покажи маме, как включать сиденье крутить. И все приводит. На электроприводе. Тут 160 моторчиков в машине. Вот тут есть, смотри, холодильник. У нас тут бутерброды, водичка. Да, кстати. Вот это, тут, это холодильник. Вот тут подстаканники. Вот тут управление DVD, телевизоры вот сверху. Вот пульт. Где телевизор? Вот тут телевизоры. Вот тут, смотри. А кто ж дивится телевизор, коли вот едет? Тут, смотри, еще сзади есть DVD-диски и музыка. Вот тут еще нычка, как... А, тут наушники и нычка какая-то. Вот это, массаж включать. Как, Тань, покажи. Вот, это двинь вперед, и можно будет ноги поднять. Где эти ноги? Это... Что? Массаж пошел. Массажируют. Что, массаж? Там массажные кресла. И можно ноги поднять, разложить в кровать. Выдвинь атаман вот этот. И вот эту подножку. Вон, подножка жить поднимается, смотри. Ну, сиденье переднее надо просто. Саша, ноги зажмут. Маме сейчас ноги зажмут. А, вот еще, смотрите, что тут есть. Смешное. Столик, его можно вот так крутить, и тут кофеек попиваешь. Угу. Релакс. Ну, да, студия релакса. А, вот это пульт. Массаж? Это пульт от телека. Где он включается? А, вот. Еще телек, во. А, то же сам. Ну да. Бачишь? Вот сам задвигается. Показываешь, что не пристегнулось. А оно все говорит. Когда поменять масло, когда что-то сделать, все делает. Вон. И включаешь тут, можно смотреть, DVD, спутниковое радио есть, спутниковое, еще что-то. Тут 19 динамиков, Dolby Surround. Музыку где послушать. Это? А сколько же она на бензине? Ну да. 4,6 объем двигателя. 4,6. Кататься по этих долбанках. Саша, я 250 буду километров по трассе ехать. Тут управление можно этим, музыку переключать. Вот смотрите, какие тут еще штуки есть. Мы не упустили эту штуку. Саша, сзади, смотри. Ты... О, бачишь, как классно. Вот. Вот там. Закрывать окна. Да. Это уже папе игрушка, уже игрушка, да, игрушка. Вот, честно, тут переключать слово. Музыку, громкость. Тут есть полностью охлаждение сидений. Не просто вентиляция, а именно закачанный кондиционер, как фреон. Вот и охлаждать. Блин, не фреон, но... Жарко, вот это охлаждение, охлаждение, а это... Да. Не подогрев. Не только так, подогрев. Раз продул, два, три, четыре, я пять, купил. Шесть. Продувал. Сверху еще. А, вот тут раз еще. А, люк по классике. Как люк отодвигать? Саша, а вот здесь вот у нас. Вот, он поднимается. Единственный полностью. Минус, кредит на 12 лет. Сразу давай. Можно вот так управлять. Да, можно. А, вот, смотри. Вот это. Она, мабуть, есть вот. Одной, якую там части не покриє. Там тоже, или холодильник. А, холодильник это. Тоже. Холодильник, там подстаканники дальше. Вот тут есть, кстати, обычная розетка. А, 220 могу. 110. А что это за звук? Это включился вентилятор, я думаю. А, ну да, давай мы выключим. А, вы газуете просто? Не... Да. Да-да-да, вы газовали. Подожди, что-то. Я коснулся, да? Оля, это москвич. Да, нажимайте. Ну. И он выключится. Да. Сигнализация тут Пандора, если слышал. Слышал Пандору. Да. Она блокирует машину, если ее угнали, там все остальное. Завод ключа. Если ключ у тебя рядом, тогда машина откроется. Если нет, если ключ потерял, машину не попадешь. Ну тут два. Пандору открываешь и все. Смотри, капот открывается. А это дотяжка дверей, кстати, еще. Тут везде дотяжка дверей. То есть ты легонько пальцем, он сам закрывает двери. Он смотри, под капотом, не посередине, а вот тут чуть-чуть сбоку намацываешь. То есть пыль говорит о том, что туда не лазит. Да при чем тут пыль? Это все? Да. Не, он дивися, бачачок для масла. Ну так понятно, для масла. Для масла. А! Ты хочешь как в Москвиче, чтобы было? А где что-то посмотри? Так не надо, оно сделано так, чтобы ты ничего не смотрел. Смотрится только на СТО. Это В8. Ты... Меня раньше времени стресс. Стресс от чего? Сейчас поедем обратно на ней в Киев. А я? На Москвич. Там 4 места только. В Москвиче? Это машина для того, чтобы возить президентов, депутатов. Поэтому втроем сзади никто не сидит. Это машина, конечно, для комфорта. Конечно. Это для того, чтобы был водитель и еще один человек. Еще к нему в комплекте идут и еще 5 дисков зимних.
Плюс там всяких еще бонусов. Они еще не доехали. Тормозные колодки новые, все остальное. Тут все полностью, ходовая поменяли недавно. Колодки поменяли. И дисковую резину зимнюю. Все. Диски с резиной. И диски с резин. Да, все полностью. Придет тебе на новую почту завтра или послезавтра. Комплект всего. Ну все, у нас теперь квартира будет не квартира, а этот гараж. Потому что в таких квадратных метрах только гараж для такой. Какой-то приступ. Непонятные эмоции. Зря ты выпил весь коньяк. А, так подожди. Ты еще и набухался? Как ехать будем? Так ехать мы уже не будем сегодня. Сегодня так. Никто никуда не едет. Трушок может мы повезти. Сегодня ночуем, а завтра едем. В смысле? Мы сегодня вы... должны поехать. Куда? Ну, сегодня. Куда сегодня? Киев. Иди сюда, дай я кое-что расскажу. Я сейчас возьму сигареты и я прибегу. Да ты, какие сигареты? Я просто прибегу. Я объясню. У папы через пару дней встреча выпускников, 30 лет, как закончили университет. И папа на встречу выпускников в Винницу поедет на Лексусе. С Киева. Саша. Все? Да. Папа просто переживал билеты на маршрут, куда автобус. Ну да, мы же в Киев поедем. Гулять вы хотели на гироскутере, просто родители хотели покататься в парке, ну, парк, в Межигорье, да. А теперь поедем уже на Лексусе. Саша, нельзя так шокировать. Да что ты его боишься? Садись и поехали. Мы купили эту машину на телеканале, то есть она была полностью обслужена, официально куплена. Она была всегда вовремя обслужена, на нее не жалели деньги, потому что она была... у канала на обеспечении, то есть ею занимались полностью. То есть это не у кого-то с рук, так знаешь. То есть она полностью в идеальном состоянии, полностью обслужена. Поэтому с ней проблем быть не должно. Мы по-любому планировали. Мы же не думали, что ты напьешься, когда мы приедем. Нет, сейчас... Ну, предупреждать надо, но я за руль уже не сяду, ты пойми. Это по-любому. Надо на Лексе, чтобы папа ехал. Чтобы в Киеве, чтобы он на встречу выпускников поехал на Лексусе. Сегодня Андрей повезет. Папа полностью разложил себе кровать, пульт от массажа, выбирай какое-то массажное кресло. Ну не херня. Вот, а потом во вторую руку берешь второй пульт и включаешь себе телевизор. А потом залазишь в холодильник, берешь пивко, отодвигаешь столик себе, ставишь пивко сюда. Смотришь телек, массаж только и лежишь. Это же не для меня. Я ж за рулем. Ну. Какое пивко, а какое. Вообще, в смысле? Ты встал. И все, это целая хата на колесах. Круто, там массаж делает прямо как это. Так там много режимов разных. Что ты со мной делаешь? Папа до сих пор пребывает в неком шоке. В этой машине очень много функций, которые все не запомнишь. Их там просто миллион. Там сложно просто представить, чего там просто нет. Мы сюда на дачу в нем ехали. Это просто сказка, реально. Потому что он плывет очень резвый, очень. Я не ощущал ничего подобного ни в одной другой машине. Я не буду приукрашать, там, знаете, хвалить машину, которую купил, но реально такого комфорта и качества езды, как в ней, я еще никогда не ощущал. Я планировал, что мы сегодня все вместе поедем в Киев, но папа сегодня уже выпивал. Надо что-то придумать. А так как в этой машине всего лишь 4 места, мы все не поместимся. Будем сейчас думать, что делать. Приехали мы в Киев все вместе. Уместились мы в Lexus, в пятером. Таня сидела у меня на руках. Папа сразу заприметил гироскутер, уже несколько раз упал, но я этого не снял, к сожалению, надо было сразу снимать. Теперь уже не снимешь. Вот. Завтра планируем поехать на Житомирскую трассу погонять, потому что там можно отопить. Съездим на мойку, натрем Lexus. Вот, натрем, помоем его, почистим, потом поедем в Межигорье, покатаемся на скутерах. Поэтому нам завтра есть чем заняться. Слушай, такая классная штука. Ну, она на грядочек, так что... Давай, позбивай все углы. Я уже до тебя их все позбивал. Блядь, ну отбил! Отбил кусок.
Ой, блин.